Это старая запись, которая очень долго провалялась у меня на компе. Также здесь будет запись голоса моего оппонента, так что это будет не совсем привычное комментирование, как я обычно это делаю. Приятного просмотра. Блин, гранаты нет с собой. Ладно. Давайте его сюда. По всем точкам играем или как ты хочешь? Да, я... Понял. Я здесь турнир вправо убил уже. Я уже по всем точкам играю. Ой, ты что, решил меня перестрелять? Нет. Такое ощущение, что у тебя лучше выходит. Наверное, ты копался. Раньше сообразил. Я... Быстро мешки с песком отстроил и побежал дальше. Бегут, добегут, добегали, да, бежали. Чё, я тебя выдавил, нет? Что-то я не вижу твоих бойцов. Ну, как будто бы да, как будто бы я... Ну вот, у тебя подавляю. Сентель. Ну да, подавляешь. Сентель-то выбежал. Где а твой сентель? Мой сентель лежит дома. Перевернулся? Ну, нет. Я смог его спасти, он практически перевернулся, а-а-а. Там близко было. Понял. И поэтому я как бы не... О, нормально, с холма накидывай. О, ё-моё, что-то я много потерял народу на этом обстреле. Я играть стал лучше, я больше начал понимать эту игру. И это меня пугает. Это меня сильно пугает. В смысле? Да как-то, типа... Я тебе раньше отговорку делал, типа, блин, я с... эта игра, вот, когда я в первый раз играл, проиграл, думаю, блин, это игра для дротов, а теперь я такой сам побежать, такой так думаю, блин, чё-то в моей позиции было неправильно. Быстрее. Теперь всегда быстро. Надо хотя бы немножко до точки отжимать начинать, а то это совсем все плохо. У тебя там сентель еще противный. Ладно, с ним, с ним разберусь. На уверенности, с ним сентелем надо воевать на уверенности. И должен успеть. Нет, не успел. А, черт! Нет! А может ты успел? Я... Так, а финал оказался... Про финал мы забудем, ладно? Ну и ладно, пойдет. Пойдет и так. На, получай. Не хватает звука. Их на жреца меня убил. Это хорошо. Что-то... Это... Нет, ты не хват... я говорю, не хватало, чтобы ты мне еще техножреца убил. Ты не убил его. Так что... блин. Но я недоволен, да. Типа, я не посмотрел. Смотрел в другое место.
Да, я как я максимально тупо решил отправить Сентиэля под предлогом, а почему бы и ну, нет? кстати, если бы, да, если бы я не забыл Ну поставить да, хотя это бы просто одного было... ракетчика, то это бы кранты. Ну это просто вот, кстати, на вдруг, а вдруг получится в конце концов-то. Ну, как показала практика, оно получилось. Гвардеец Манси. Давай, выстрел. Плохо. Они... Ой, хороший дар. Вот так. Сейчас эту позицию уже будет легче. Так. Раз боец, два боец за эту штуку. Тебя надо отправить вот сюда. У меня тут, если что, Vision стоит. Ай. Проведем вообще удар. Точку взять не смог. Снова 4 смертника в атаку. Никерю. Да. Тихо, наводимся. Но я не прорвусь так, судя по всему. Попаду, ну давай, ну попади, пожалуйста, из грифона. А, грифончик, кстати. Я его раньше недооценивал. Я не знаю, мне все он таким кайфом казался. Я потерял свой сантиэль сейчас случайно. Это не ляж будет. Это сейчас было слишком... По-особому, сказал. Ты перевернулся опять? Я его... Я случайно им от ручного управления нажал В, а не Д. И он у меня скалы прыгнул. Неплохо. Это тот, который я меня сам... мучил так, и стрелял сверху. Ну, типа, вот у меня с автоганом еще стоит и... Ха-ха. Я уклонился. Ну, автоган быстрее должен тебя пробить. В общем-то. Не пробьет меня в лоб. Ну, эх, это печально. На пополнение пехоты отправлять. Пехота уже кончилась на этом фланге. Ну, в теории, если сейчас получится, было бы круто. Не, ну не получится, я вижу уже. Да. Ну ты хотел пробежаться так же, да? Да, планировал так же. А может, кстати, сейчас и зайдет. Сейчас так. О! Это сейчас. Не-не-не, не успел навестись. Шкан забыл. Пустил его. Чего у тебя там химера с болтером? Нифига ты натаскал техники. Зачем она тебе там? Просто укрепить точку запасную. Mm-hmm. Точно, просто укрепить. Это не... Ничего там не планируется, никакое нападение. Не надо вот это, вот сюда. Едь, пожалуйста. Черт, мне только что... Ты сентинеля, кажется, с грифоном не попал, да? Ну да, у меня грифон, сына. Моя главная артиллерия это сейчас. Вот, кстати, тяжелый болтер, команда, это прекрасно сейчас. Такая прям красивая просто. Ах, ты ж. Я тупанул, не увидел. Там надо сейчас аккуратно подойти. Там. Нет, нет, что-то совсем тупо. Это же страшная техника. Куда подходить? Стоит так. Ты
Да, но по ресурсу мне сейчас не очень так. Ах, ты все-таки его видишь. Черт. Ты его все-таки увидел, мой демон рус. Блин, вот этот передний спансон с лаской — это лучшее, что есть в Лемонрусе. Я не тот Лемонрус купил. Я только сейчас это понял. Ну крутись, крутись, давай, 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 давай. Мы докрутимся. Я понял, попадание не планируется. Да, и так же я могу сказать про свой Лемонрус. Ну, типа, у меня просто такой более противопехотный. Пусть стоит пока что там, там ничего страшного. А, у меня тоже есть ласка, подожди. Бункер загораживает. Во, держи. Не работает. Отстой. Ладно, может вот это будет работать. А здесь что? Угу, химерка с мультилаской. Это проблема, наверное. Mm-hmm. Да поэтому туда и отправил. Ах, ты ракетами начал стрелять. Нельзя так. Назад, назад, срочно. Мой святой грифон, давай. Этот грифон, ты мне всю катку, блин, можешь. На, Я успел. Выстрел есть. Сейчас миллион. Так, а я отъехать не могу, да? Все сломано. Окей. Согласен. Назад. Быстро. Бойцы. На позицию просто. На смерть. Ну, на позицию. Блин, а что бы туда кинуть? Вот именно. Туда нечего кидать. Будете растаскивать. Не стреляй, пожалуйста. Блин, Малкадор, по-моему, откиснет сейчас. Да хрен узнает, я в него третий заряд плазму уже вкинул. Ну, спереди, конечно. Он не двигается, типа, он обездвижен. А, да? Да. Вот если, ну и тут сейчас кто первый сейчас взорвется, я предполагаю мой. Вот темп. А не, ты жив? А не, недолго было, счастье. И счастье было недолгим. А, нормально, я выигрываю по точкам все еще. Ну, в смысле, по... По очкам, ну да. По точкам. Да хотя по точкам по факту тоже. Давай так, грубо говоря, ты по точкам тоже. Там у меня... Там у меня чисто сейчас временно. Да черт, опять мой сентинель лопнул. А, это потому что твой там пришел. Вот это вышибается кто? Очень быстро. Стоп, а где? А, вот он. Нет, не подходи сюда. Да не подходи. Да я не попал. А я попал, но на один хит. Это кичка. Я первый перезаряжусь. Ну я первый перезаряжусь. А ты куда? Ну не двигайся. Не, давай дружить. Пляски с интели, так это можно назвать. Пробил. Уклоняюсь.
Серьезно, и один хит из Battle Cannon. Ну да, Battle Cannon, конечно, дело уныленькое. Легко. Ой, ё-моё. Сейчас отправить вот даже вас, мужики, давай. Ой, ё-моё. Сюда вам надо ехать. Ну и... Блин, думаю, заказывать их... Да давай закажу вот это. У тебя гидра, по-моему, застряла. Тебе так кажется? Я вылез. Это гидра, она вылезет откуда угодно. Хотя, подожди, что не напомнил, я не забыл быстренько на секунду. И кое-что еще я вспомнил, не очень приятно для себя. Да, не, у тебя там так не прибежать. Ложитесь. Твой Малкадор послужит нам. А, ты его занял, что ли? Нет. Черт, а реально ты ведь можешь его занять сейчас. Может, не надо это делать? Так. Я сам на него сяду. Уже поздно, я уже в нем. Это моё болото. Как минимум, это оригинальный метод избавления меня от проблемы. Ах ты, это все еще. Я гидрой рыцаря ломал. Думаешь, Сентиэля не сломаю? Ну, кстати, возможно. Я думаю, не сломаешь. Я помню, как там щиты рыцаря прямо об гидру ломаются только в путь. Ты прям как-то совсем хреново попадаешь. Черт, не доследил. Уклоняйся. Блин, у меня же здесь ветераны были, что с ними не так? Ну, ветераны ответеранились. Это что такое? Уже не важно. Да кому как? Мне как бы от этого вопросов все больше, ответов нет. Ну, ты мне напомнил кое-чем еще. Так, это кто у нас? Это у нас Вифрентиут. Я вспомнил. Блин, у меня снайперов нету. Я думал, я забыл, что у них снайперов нету. Ах, вот что у тебя на точку стало. Ну чё? Вот туда, верно. И... Не, лучше чё подешевле что-то куплю. У меня сейчас эти пачкам совсем все хреново. Вот туда. Ты сюда. Ты вот сюда. Дуй, пожалуйста. Что? А. Там за плазма в меня стреляет. А, вот это. Да, вот это. Как по мне, очень хорошая вещь. Да. А... Черт, да, ладно. Да иди взрываться, пожалуйста. Ну, типа, в тебя уже три техники мои. Нет. Я назад поехал. А да, может, не надо. Нет, так тоже сейчас. Попал. Повреждение ходовой. То, что надо. Па-па-па-пам. Давай ты сюда. Дуй. Не трогай собак.
Что у тебя там, нападение на псин? Младшим братом, да. Как заговорил, поэтому. Мне поставить на паузу? Ты отошел или что? Нет. А, ну все, ладно. Я просто убрал микрофон, чтобы... Семейное дело такое. Нет. Значит, совсем как-то сделал. Назад. Ну ты прям ракеты прямой наводкой второй попал. Не надо так делать. Ну видишь, этого все равно не хватило. Да повезло там очень сильно мне. Так, мужики, сюда идите, чините. Чуть-чуть назад еще вот так, да. Отними, пожалуйста, свою. Ну пока башня поднялась, ты уже и взорви. Он все равно не попал. А, все, наконец-то. Мне грустно, тебе от этого наоборот весело. Хороший вызов, наконец-то они себя оправдают. Как-то веки. Не, они все. У меня всегда оправдывают. Ну, не всегда. Это я вру, но. Они прикольные уже. Так, ну по ситуации все не очень хорошо. Да, что у тебя с деньгами? Да нормально, кстати, еще по деньгам. Вот это не это меньше из проблем. Нафига тебе гидра? Хочу гидру. Вот, а, против ладно. Таких тварей. Она не очень помогает. Давай, стреляй сквозь. Она не может двигаться. Реально. А! Боезапас кончился. Да. Я говорю, гидры так себе, но... Да я помню, она была хорошей. Где кажется? После... Да когда ты помнишь, да патча, автопушки были багованные, алло. Да, конечно, да. Они убивали как все, раз, что я можно так, было. Как бы тогда я и учился играть. Ну вот ты что слушал? Ты же говоришь, ты мои видосики видел. Ну я, да, я больше понял. Оп. Так, ну. Ну вот факту... этот Сентинель, короче, по факту сейчас все сделал. На вот и по пехоте тоже постреляй. Ну что-то. Вы они сами себя подорвали. Да конечно, да. Гранаты покидали. Да не могут. Отряд смельтой. Ну давайте. Ну вы даже не об. О, наперед, смотрите. Ну это просто издевательство, так нельзя. Да а гранаты, блин, которые они еще кидают, такие, они всегда так забавно. Для вам тут техника была, нет? Вот что такое у тебя? Что это? На. Это турель. Пойду обратно. Ну типа да, все. Тебе есть чем контрить? Сентинеля? А сейчас мне нечем, у меня сейчас вообще абсолютно ничего нету. У меня сейчас абсолютно ничего нету. Ладно. Взорвался. Ладно, я вру, у меня есть кое-что, но это... Что ты на центр кидаешь? Что за фигня? Это арт-удар? Зачем ты это делаешь? Там же танк просто стоит. Да вот, мне этот танк не нравится, имею право. Ты же не убьешь этой фигней. Имею право. Так, а, ну... А, спасибо, да я уже нормально? Все... Ага. Да-да, там мне просто было быстро крабить. Я уже говорил то, что искусственный интеллект тупит сильно, да? Давай, мужик, твоя цель просто проехать. Ничего больше. Ой, вот, черт, а я отвлекся. Вот, а хотя что бы я сделал реально, эта фигня сломана. Понятно, куча сломанных танков на центре просто. Да. В этом краске у нас у всех проблемы, поэтому в основном. Понял, это было гибельное решение с вызовом. Ну чё? Shadow Sword! А, я серьезно, узнаю. Ты накопил на эту хренотень? Да я это была шутка. Ладно. У меня ЦП нет, у меня разбросаны войска слишком сильно для этого.
У меня КО нету. Да и не у тебя одного. Нет, в смысле лимита. Ну, команд понял, ЦП, я понял. Да что? Чего взорвалось? Твой танк? Да нет, вроде. А жаль. Мне было бы очень приятно. Может, взорвешь его? Ну так, для меня. Я не понимаю, где мои ресурсы все. Ну я же слышал, но... Нормально. Приемлемое попадание. Да, ну нет. Так. Я обратно в центр занял. Как говорится... О, я еще в твой танк сяду, алло. Как говорится, и дуракам закон не писан, да? Да. Я ползу. Что-то сломанное там. Просто на центре. Вместо бункера. Да-да, я точно так же твое использовал. Но он не будет работать в данной ситуации. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Угу. Наведись. Пушка. Залп. Назад. Отлетаем. Ай. Мощь 11 стволов. Угу. Ну чё, у меня, наверное, нету ресурсов на это. А вообще-то есть, просто у меня нету очков на это. Вот ты у меня просто выбил многие основной мой лимит полностью, да? Ах ты ж. Это по факту танк уже обречён, но ему лучше сейчас просто уничтожить твои противотанковые штуки. Он навестись не может, мне бесит это. Я просто... Я пытаюсь вниз смотреть, он поднимает вверх. И наоборот, это ужасно меня бесит. Да это из-за дерганной камеры. Ручное управление, она... блин. Да, да. Игра старая, понимаю. А, ты у меня и там точку отбил. Конечно, да. Да. Блин, бедные десантники. А, они даже живы еще какое-то количество, нифига себе. А, так все кто-то еще оттуда из тех вышел. Уфак, 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 сва. Ой, ай. Такого поворота событий я не ожидал, если честно. Такого дважды не ожидал. Сдай, остановись. Ракетчики, наработайте, пожалуйста. Ну давай, вылези, пожалуйста. Я сейчас перегрею тебя. Так, и ты короче, лопнешь. Нет, стой, нет, я нет, перегрею нет, тебя. Нет, нет. А, ну все, тут жопа. Так. Ну что, есть чем еще воевать? Конечно. Я тебя еще завоюю. Во-первых, я это лопну. Во-вторых, я буду мстить. И моя мстя будет страшна. Ладно, возможно, я тоже дурак. Слушай, это тебе не как побеждающего надо говорить, мне от этого обидно. Войне. Так. Так, давай нет. Я только слышу шаги, а ты мой. Нормальная тема. Нет, это, конечно, круто все, да, но давай не надо. Мужики, ну тут как бы жопа. А, сколько плазмы? Чё так много плазмы?
Что? Его крутит. Он в контузии. Не отбеги. Нет, плазма, работай. Нет, хит получил. Надо убежать. Да. Мы отпинали рыцаря практически, но отпинали рыцаря. Это достижение, которым можно гордиться. О, у тебя и танк лопнул, кстати, да? Я тебя танк взорвал вот этим заходом. Real? Да, но он и так был на лоу хп. Типа, у него было две палочки и все. Понял. Типа, он либо... Там либо он лопается, либо он лопается было. Че, щит-то будет Ай-яй-яй-яй-яй, а чё она туда подъехала? Есть пехота, чтобы туда забежать вообще? И вот снова солнышко появилось. Ай, блин, хиты. Хиты получаю. Да. Мы не заставлю тебя лопнуть за все эти издевательства. Ненавижу рыцарей. Так ты что-то сказал? Не знаю, надо было Бенблейд. Он подешевле и управлять типа им попроще. Эффективнее, да, да, да. Насчет эффективности не знаю. Ну, типа, все, ты мне забегаешь, так, это по факту финалка для меня. А-а-а. Ну, типа, у меня по системам обороны осталось абсолютно ничего. Ну, по очкам, больше сказать. Сейчас так сделать, еще что-то могу. Я могу побарахтаться, да? Побороться. Нет, ты не можешь, у тебя осталось 2 очка. Я точку сейчас захвачу. Не захватишь? Блин, да, что у тебя такие чуваки прям до последнего там... сражаются. Плюс я готов умереть, но буду драться. Пока последний мой юнит не умрет. Слушай, давай без такого, да? Это типа... Ну да, это уже просто издевательство. Он просто идет и все хлопает. Блин, зачем ему этот стабер маленький, который делает пу-пу-пу-пу-пу небольшой вот этого вот? У него какой-то мелкий стабер есть. Сейчас нащелкаю его. Вот этот. Нет, нет, это не он. Да че меня крутит? Вновь! Новый залп! Новый залп! Нет, мы... не этот. Этот? Новый нет. залп! Не этот. Новый залп! Во, вот этот стабер, блин. Залп. Или не этот. Не, не этот. Мужик. Он стоял, да. Он там стоял. Он последний, кто из всех стоял там. Ладно, пофиг. Ой, я еще и хиты восстанавливаю. Кайф какой. Я победитель. Я дрался. Я до последнего. Ну молодец, хорошо, да. Намного лучше, чем было когда-либо. Мне нравится играть с тобой, там, с Некросом, у меня есть шансы хотя бы на победу, а не вот эти вот чуваки, которые по 1000 часов как играли. Как Бодинов, да-да, который как Бодинов, который... Ты просто дерись, там, что-то делай, а я все сам. Да-да-да. Ну ладно, спасибо за игру.